Вот мы доехали до местного птичьего рыбьего рынка. Сейчас укусит, Наташа. Рыбки всегда голодные. Ну вообще да, у них прямая кишка. Вау! Драка. Кашмалаш. Как они? Слоны какие-то. Они уже, видимо, сытые. Обожрали. Видишь, какие толстые. А тут еще где-то есть. Вот. Вон, вон такой здоровый. Да вон они как отлились. Я... А вон, смотри, какая тоже красивая, с длинным хвостом. Красненькая. Пшти, брата. Ой, кишмя.
Смотри на Варьку. Ha, ha, ha.